Интернет – всемирная сеть, предоставляющая нам доступ к большому объему различной информации и помогающая во многом. Но все ли так безоблачно? Конечно, нет. Помимо всех возможностей, интернет представляет большую опасность для своих пользователей в виде мошеннических сайтов. Самым популярным инструментом мошенничества являются фишинговые ссылки, направленные на получение пользовательской информации. Логины, пароли, номера карт, пин-коды, паспортные данные, закрытые служебные данные и многое другое. Название термина идет от английского слова «фишинг» – «рыбалка». Мошенники ловят невнимательных пользователей, как рыб, клюющих на наживку, ничего не подозревая. В качестве наживки используются заманчивые предложения, высокие скидки на авиабилеты, которые оказываются недействительными, внезапный миллионный выигрыш в лотерее и так далее. Что касается вопроса безопасности в интернете, в первую очередь стоит соблюдать несколько правил стандартных. Во-первых, это доверять только тем сайтам, у которых есть цифровой сертификат безопасности. То есть вот у которого в браузере возле адресной строки слева есть замочек такой. Во-вторых, доверять только тем сайтам, которым вы реально пользуетесь. Переход по фишинговой ссылке ведет на ресурс, который один в один как оригинал. Невнимательный пользователь вводит данные, а страница перенаправляет их мошенникам для дальнейшего использования. Как же отличить фишинговые ссылки от настоящих? На всех возможных аккаунтах включить двухфакторную авторизацию, чтобы при входе на какое-то приложение также вам приходило подтверждение, либо на ваш телефон, как пуш-уведомление, или на почту подтверждение доступа или какой-то код доступа. Необходимо соблюдать цифровую гигиену, необходимо использовать разные пароли на разных сайтах, использовать пароли, которые сложно подобрать, не те пароли, которые на самом деле являются какими-то известными словами или сочетанием этих слов. Всегда нужно смотреть, на какой сайт вы заходите и есть ли у него сертификат безопасности. Будьте внимательны и не ведитесь на уловки мошенников. We'll be right back.